Я ищу главу гильдии. Дрискол вроде. Это я. А ты кто такой? Нечасто я вижу незнакомые лица. Ты не местный, правильно? Нет, и я ищу работу. Парень, это особая организация. Чтобы получить работу, недостаточно плясать на крышах. Танцы не по моей части. Совершенно. Думаешь, если будешь умничать, получишь работу? Прости, я еще осваиваюсь. Я хочу просто познакомиться с городом. Говорят, так это сделать проще всего. Ну и заработать деньжат. Если что, я был пилигримом. Пилигримом, говоришь? Слышал я про таких. Рекомендации это не назвать. Ты говоришь про особую организацию. Что такого особого в гильдии курьеров? Мы работаем ради людей, а не ради денег. Курьеры доставляют письма и посылки по всему городу. Мне приходилось этим заниматься. Дело важное. Важнейшее. И вовсе не из-за денег, наемник. Посылки и письма – это информация. Информация – это кровь общества. И соединительная ткань. Она объединяет людей, но может и разлучать их. Более чем понимаю. Чёрта с два. Пилигримам только деньги подавай. Нет у вас высокой цели. А курьеры? Курьерам доверяют. Они управляют сетью информации и связи. Мы по-своему защищаем общество. И оберегаем информацию. Поддерживаем связь между людьми. Понимаю, о чем ты. Это огромная ответственность. Ты чертовски прав. Поэтому не каждый Том, Дик, Гарри или мутный пилигрим может стать курьером. Пожалуйста, я хочу помочь. Что я могу сделать? Ну, ты можешь исчезнуть. Желаю хорошо провести день. Какой противный мужик-то, блин, а? Так, я пошел по заданию курьера. Задание дополнительное. Дополнительно выдала мне одна почтальонша его на базе. Так, называется курьеры и побочные задания. Решил я все пройти побочки, чтобы, если двинусь по сюжету, чтобы они не пропали. Просто-напросто. И, ну и, конечно, собрать все интересное, все самое вкусное в этой игре. Так что будем действовать. Так, что тут есть? Контейнер с ингибиторами. Так, где-то ингибиторы у меня рядом. Так, давай, что, поговорим еще раз. Кассетка моя. Что еще у вас тут есть? Вроде больше ничего не видно. Так, в шкафу что тут? Что-то сныкано, но пусто. Но пусто. Так, появился у меня все-таки это Маника. Появилась, тогда женского рода. Маника, вот такой наруч. Не знаю, как это еще работает, будем проверять, смотреть. Так, давайте по заданию, что у нас тут дальше. Уверен, что я не пригожусь. Похоже, курьеров не хватает. Да, в последнее время становится все опаснее. Возможно, я делаю тебе одолжение, не принимая тебя на работу. Я пилигрим. Со всякими опасностями за стенами сталкивался. Неужели? Знаешь что? Давай устроим тебе испытание и посмотрим, как ты справишься. Давай сюда свое испытание. Ладно, умник. Посмотрим, из чего ты сделан. Сначала заберись на крышу здания неподалеку и принеси посылку, которую оставил один из наших. Должна лежать рядом с палаткой. И все. Подержи мое пиво. Подержи мое пиво. Сейчас я сбегаю быстренько. Красавчик. Так. На крыше, на нашей крыше? Нет, не на нашей. Так, сейчас глянем. Блин, на самую высокую жопу. Так. Как мы можем туда задействовать? Более верхней точки у меня нету, да, чтобы туда запрыгнуть. Так, ну будем смотреть тогда. Так, пойдем смотреть оттуда. Оттуда и посмотрим тогда.
А может быть у нас еще и лифт быть, да, отвалите вы? Так, соседняя у нас есть какая-то перекладина, там вижу. Драки какие-то. Так, давай-ка я уберу отметку. Вот это что за огненный там такой? Не мой клиент случайно? Мне кажется, мой клиент. Кто тут рыкает? А вот кыш отсюда. Рыкают они. У меня же есть тоже побочка там убить много всяких великанов. Да он торопится ко мне. Так, что у меня еще есть? Взрывные. Ох ты, сбил, красавчик. Сбил, красавчик, молодец. О, сейчас гоблин его добьют еще. Так, пошли. Вот здоровье, да, он убирает нормально так. Так, что, еще жив, что ли? Да, это мой точно клиент. Что-то он... А, я думал, застрел. Все, готов. Еще не готов, что ли? Все, готов. Так, да, да. А, подожди, так мой клиент или нет? Я таки не понял. Блин, вроде не мой клиент. Зря убили, ни за что, ни про что. У меня нет времени на эту чушь. Так не занимайся ей. Так, а мы идем в правильном направлении. Вон тут есть лифт у нас. Так, только надо здоровье подправить. Здоровье подправим. Так, я не знаю, почему не засчитали. Интересно. Может, потому что у меня задание не стоит. Так, сейчас я гляну. Так, где-то у меня были эти большие. Так, вот у меня 5 из 10. А я не помню, сколько было. Но, возможно, это один из них. Так, соскучился я по беготне по крышам, что энергия восстановлена. В этой мясорубке постоянно бился, бился, дрался, дрался. Сейчас работают над сигнализацией и электрическими ловушками. Я ж соскучился по этой ерунде всей. Так, ну мы на месте. Как раз откроем, да, место. Ночного бегуна. Кто не смотрел прошлое видео, очень рекомендую. А вон тут лифт есть, кстати. А где финал у меня в мясорубке. Там было реально жестко все. Очень рекомендую посмотреть. Так. А пакет у нас. А пакет. Вот. Готово. Легкотня. Ну да. Быстро ты. Неплохо. И это испытание? Я даже не вспотел. Не зазнавайся, умник. Это лишь начало. Наверное, ты догадался, что на доставках тебе придется сталкиваться с зараженными. Иногда даже ночью. Чтобы справиться с этим испытанием, найди в темной зоне 5 писем, которые курьер потерял, убегая от зараженных. Понадобится весь твой опыт, чтобы выжить. Не говоря уже о том, чтобы добиться успеха. Ну ты же пилигрим, да? Ага.
Это уже другое дело. Скоро вернусь. Так, что нам? Найти какие-то письма, да? Сейчас разберем, сейчас я разберусь с этими. Блок. Вот такой блок у меня. Вот она блокирует. Так потом она должна якобы стрелять. Давай, давай. Не вовремя, да, надо? От меня не уйти! Блин. Попробуй! Будешь бить ты? А, это что, шокируешь так? Так. Подавись, мозгоёб! Да бей нормально, то уже. Чё ты как тряпка-то? Шевелись, уёбок! Так, давай не матерись тут. Идите сюда, материться, блин. Ой, простите, что-то я ударил, не выдержал. Так, на эмоциях. Так, давай посмотрим, где он, как им. Вообще, пользоваться-то есть какое-то? Пояснение. Так, Тацуя хотел щит, но в итоге забрел кое-что получше. А как стрелять им? А как стрелять им, я не понял. Не понял, как стрелять. Ну ладно. Так, что тут у них есть? Мелочевка. Даже собирать не будем. Сейчас будем разбираться с письмами тогда, что там. Разберемся с заданием. Так. Задание. Так, найдите письма в здании с зараженными. Так, где это здание? Так, хорошо. Не вопрос. Тут еще на этой карте еще много чего открывать, потому что еще все толком закрыто. Много чего открывать интересного. Так, вот с молнией, конечно, вот очень хороший аппарат, но на самом деле надоедает сверкание. Так-то аппарат шикарный очень. Так, давай вниз съедем тогда. Аккуратненько. Все, оружие самое лучшее, это когда с электричеством. Но проблема в том, то, что вечно сверкает и плохо все видно. Дубинка получше. Вообще мне дубинки больше нравятся. Во-первых, меньше там... конечности разлетается, меньше резни. Вот, мне кажется, это более симпатичнее. Более симпатичнее в том смысле, что экран не залит кровью. Потому что когда дерешься... Так, идут. Когда дерешься режущими аппаратами там всяких с оружием, слишком много крови, экран забрызган, все забрызган. Ну и как-то выглядит все это не очень. Так, вроде с битыми молотками поаккуратнее. Так, следующее, да? А, еще следующее здание, значит. Давай, посмотрим. Следующее. Так, у них, значит, ветка будет быстрее всего этих курьеров. Мне что-то так кажется. Так, могу я на соседнюю прыгнуть? Могу, отлично. Посмотри, что-то такое. Так, там ветряк у нас. Там непонятно что. Тут и непонятно что. Ну и ладно тогда.
Так, тут подъемник у нас. Подъемник куда? В никуда? Как он работает? Что-то тут недоделано. Или когда будет захвачена территория, наверное, тут будет подъемник рабочий уже. Говорю тебе, кристаллы все еще... Так, у нас книголюбы. Пустили бы такую есть. Да, зажмурились они, как дети в темной зоне. Ха! Ты серьезно веришь в херню, которую несет новичок? Я видел, как он забрался на башню. Джек и Джо схватили бы его. Никогда. Кто там бурчит-то? Честное слово, в один момент он будто... О, большого размотало вообще быстро. С одного удара дубиной этой. Я говорю, дубинка хорошая. Ты кто? Чего ты собежишь? Ворона, наверное. Ворона, да. Я ворона. Так, нам надо и на себе время потратить. Так, нам надо вниз туда. Нам надо туда вниз. Здрасте. А, это мы уже к заказчику, да? К директору пришли. Неплохо, умник. Неплохо. Такое себе испытание. Ха! Мы подходим к главному. Ты встретишься с клиентами. В этом вся суть нашей работы. Объединять людей, доставляя им письма. Так сказать, воссоединять расколотое общество. Вот здесь и узнаем, чего ты стоишь. Справлюсь. Хочешь верь, хочешь нет, но с людьми я лажу. Меня не одурачишь. Но, признаю, хлюпиком тебя не назовешь. У тебя есть задатки. Да ты подожди, я твое место займу. Справишься с этим, и я позволю тебе принести присягу гильдии курьер. Но я не хочу выслушивать жалобы клиентов. Я у тебя еще не боссом будешь. Буду. Обещаю. Буду тобой командовать. Так, дальше что? Так, доставьте... почту в отмеченные места. Так, не рядом, не рядом. Так, а вообще отлично, что тут делов-то. Делов-то сейчас сделаем быстренько все. Вот как раз подзатаримся немножко. Ладно, лишь бы икру жрать. На доставку у меня правильные купить. Цены. Я знаю, да. Роскошно. Спасибо. Наконец-то покупатель с мозгами. Так, по улучшению. Тут же я могу улучшать и как раз электрический диск. Модификация для диска. Это как раз вот для этого, для щитка. Только я пока еще не понимаю, как это работает. Так, зажмите... А, нажмите ЛБ, чтобы активировать. Когда заряд готов, чтобы зарядить, ставьте идеальные блоки. Хорошо, что ты заглянул. То есть надо смотреть, когда заряжен он еще получается. То есть я не видел никакой шкалы там зарядки. В такой день, как сегодня, мне не хватает настоящего кофе. Или выходного. Так, нам вниз куда-то, да? Металл куплю. Снабженцам не сравнится с качеством от миротворцев. Не тренди. На всех парусах. И нихера не вышло. Я переживаю. А, тут прыгать нельзя. Красоте. Прыгать здесь нельзя. Я не виновен. А куда мы идем?
новенького? Не знаю. Мэтт не простит ренегатов за такое. Мне бы было честь получить взбучку от самого Райдера. Он лично сделал мне выговор. Да ладно. Если не перестанешь, морщины останутся на чем это все кончится. Слушай, у меня плохие предчувствия. Исследования показали, что выражение лица влияет на настроение. Не зацикливайся на негативе. Так, куда я иду? Где я? Теперь я хочу быть зараженным. Ну попробуй. Привет. Я из гильдии курьеров. Принес письмо для Барри. Мам! Мама! Письмо от папы! Осторожно, не порви его, когда будешь открывать. Не порву! Обещаю! Благослови тебя, Бог. Ты порадовал моего сына. Все? Ага, о, прогрузилась-то игрушка. А тут что-то барак какие-то, прямо я-то не замечал даже такого действия. Тут что-то... А, тоже письмо, что ли? У меня для вас письмо. Наконец-то. Простите, старался доставить его как можно быстрее. Я не на тебя сержусь, а на сына. От него неделями нет писем. Я уже решил, что он умер. Совсем забыл отца. Я благодарен тебе, курьер. По крайней мере, я знаю, что мой глупый сын еще жив. Так, отлично. Так, здесь все получается. Так, еще что-то. Поговорить с Джеком Мэттом. А, это дополнение. Это дополнение. Сейчас мы его не будем. Дальше по нашей истории. Так, нам сюда. Ну, это по базам получается, в принципе, тут ерунда. Ничего такого. Да, надо разобраться, как щиток работает. Слышал? Здорово. Это курьер. Вам послание. Спасибо. Ох, ну, наконец-то. Пардон? Это от моего парня. Он наконец-то ушел от жены. А, поздравляю. Мы с женой давно живем порознь. Она все понимает. Я рад, что Лен набрался смелости поговорить со своей женой. Теперь мы сможем жить, как хотим. Зашибись. Эй, Дрискол, работа сделана, посылки доставлены. Вот это я и хотел услышать. Заходи, у меня есть кое-что для тебя. Не забывай, ты всегда можешь воспользоваться метро. Так, что значит воспользоваться метро? Так, поговорить с Дрисколлом. И воспользоваться... А что он там-то? А при чем метро воспользоваться? Давай посмотрим. Чему он это сказал? То есть выход есть, что ли, через метро? Так, что с сундучком? Так, что значит воспользоваться метро? Он получается где-то сверху. Так. Или он напомнил то, что... Или он напомнил то, что я могу перемещаться по карте на метро. Так я это и так знаю. Я думал, ты что-то новое. Да не хрюкай ты.
Так, вот он где-то сверху. А тут нет выхода. О, ну-ка, ну-ка. Ох, как долго-то высоко. Так, где это мы? Ну и явно мы слишком высоко. Явно слишком высоко. Ну, мы, кстати, очень высоко забрались. Может, как раз отсюда с биноклем побаловаться. Посмотреть по сторонам немножко. Есть что не засвеченное, знаки вопроса. А радиовышка. Так, давай сюда пройдем чуть. Тут глянем. Да, что-то не особо. Что там трещит-то, блин? Так, не особо. Что такой поток воздуха? Я случайно не для меня лететь туда? Как с вентилятора, только в горизонтальном состоянии. Возможно такое? Возможно. Наверное. Ничего не чую. Так, интересно. Надо проверить на этом деле. Давай-ка проверим.
Ну да, она, мне кажется, поддувает вроде. А может и нет. А может и нет. Просто он поток такой прям. Там, а, там как зараженная что-то фигня какая-то. Так, как нам теперь обратно-то? Сможем мы вернуться? Так, мы можем сюда вернуться. Хорошо, но как мне к почтальонам попадать-то через эти лифты? Непонятно. Так, давай-ка еще раз посмотрим. Так, ну да, вот я вернулся обратно на крышу. Как-то попадать почтальоном. Лифт же не просто так тоже там стоял. Фиг знает, да? Я так не знаю, честно говоря. Есть тут кто? Так, ну это мы, блин, обратно в метро вернулись. Реально, я думал, к почтальону может тут как-то попадать. Оказывается, что нет. Видимо, что нет. Так. А где же у них быстрый проход-то туда к ним? Рядом контейнер с ингибиторами. Так, ингибиторы хорошо. Сейчас мы дойдем до ингибиторов. Чё-то не так. Я не помню, чтобы я тебя сюда приглашал, засранец. Блин. Твою мать. Нормально. Бандита убили. Заодно. Молодец, умник. О чем ты думаешь? Столько разных писем и получателей. Это сеть, как я говорил. Ты помог ее расширить. Похоже, из тебя получится, курьер. Готов ли ты принести присягу? Серьезно? У пилигримов такого нет. Может, в этом ваша проблема, умник. Если тебе это нужно, то повторяй за мной. Хорошо, погнали. Я вступаю в гильдию курьеров. Я вступаю в гильдию курьеров. Клянусь в равной степени служить всем жителям города. Клянусь в равной степени служить всем жителям города. Преодолевая опасности, доставлять порученные мне письма. Преодолевая опасности, доставлять порученные мне письма. И делать это с честью и достоинством, в соответствии со стандартами гильдии курьеров. И делать это с честью и достоинством, в соответствии со всеми стандартами гильдии курьеров. Властью, данной мне гильдии курьеров, объявляю тебя ее членом и присуждаю ранг новичка. Добро пожаловать, умник. Ну, спасибо. Дай знать, когда сможешь приступить. О, и торговать можем. Ничего себе. Курьер один. Так, значит, ветка, да, большая будет, значит. Значит, ветка будет большая. Здорово. Hello. Есть кто дома?